Всем привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на канал. В сегодняшнем видео я вам расскажу, как же скрыть ваш номер телефона на операторе Kyivstar. Так, чтобы вы понимали, это, конечно же, просто делается. Вам нужно опуститься ниже в настройки, телефон, показ номера. И здесь у вас будет ползунок активированный, как у меня. Но он будет серым. Вы не сможете его деактивировать вот так вот. То есть... Что нужно для этого сделать? Вам нужно будет перейти в главное меню и набрать вот такую комбинацию. Эта комбинация вам сделает проверку информации статуса, то есть подключена ваша услуга или нет. Следующая комбинация деактивирует эту функцию, то есть о чем это говорится. То есть чтобы не заморачиваться, вот это вводить, там одну комбинацию активировать, другую деактивировать. То есть наберу решетка 31 решетка и какой-то там номер телефона, и можете на него звонить, и все, и будет этому же номеру звонящего от вас номер скрыт. Но сейчас все просто. Сейчас нужно просто заказать услугу, набрать комбинацию какую. Набираете вот такую комбинацию, звездочка 100, звездочка 07, звездочка 2, решетка вызов, вы заказываете услугу, после этого вы переходите в меню, и вот где у вас показ номера, он уже у вас не будет затемненным сереньким. То есть примерно будет выглядеть вот так вот. Но после того, как функция будет уже активна, вы сможете спокойно отключить этот ползунок. Чтобы вам наглядно сейчас показать, как работает с активным ползунком и активированным ползунком, мы позвоним на номер телефона. Итак, ребята, демонстрации функции. То есть сначала я вам покажу, как вот у меня на айфоне активный ползунок. И я сейчас позвоню на номер телефона. Предзвонок, мы его приглушим. Ну и вы сами видите, что номер, то есть, определяется, видите. Что мы сделаем, когда мы активируем функцию, деактивируем ползунок, и все, у нас уже номер будет скрыт. Позвоним, и вы все прекрасно увидите, что номер будет скрыт. Номер скрыт, все просто быстренько делается, без никаких либо комбинаций и так далее, и так далее. Если вам понравилось видео, подписывайтесь на канал, прожимайте колокольчик, ставьте пальцы вверх, оставляйте ваше мнение в комментариях, какой у вас iPhone, какая iOS, на каком операторе сидите вы, возможно ли это сделать бесплатно. Для меня это очень важно. Также подписывайтесь на мой Instagram, все ссылки в описании будут и полностью описание, как это все сделать, также будет. Всем пока!